По-семейному и жена, и соратник, и коллега. Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом государства. К слову, общественность к Баку к такому повороту событий была готова. Еще осенью прошлого года посредством референдума были произведены поправки в главный закон страны. Соответствующее распоряжение президент Азербайджана подписал сегодня. Его опубликовали на официальном сайте. 26 сентября 2016 года в республике провели референдум по внесению изменений в конституцию страны. В частности, были введены должности первого вице-президента и вице-президентов. До сегодняшнего дня место оставалось вакантным. Мехрибан Алиева окончила с красным дипломом Московский государственный медицинский университет Сеченова, а в 2002 году занимала пост президента Федерации гимнастики. С 2005 года депутат Милли Меджлиса Азербайджана партии «Новый Азербайджан». Сам Ильхам Алиев объяснил назначение тем, что его супруга давно ведет успешную и эффективную работу в общественно-политической, культурной сферах и на международной арене. Является прекрасным дипломатом. Именно этими факторами он и руководствовался. А вот у казахстанских политологов своя версия. Некий показатель того, что страны, когда взаимодействуют между собой, учатся не только хорошему ведению экономики, развитию демократии, но и учатся так, как бы сохранить свою власть и продлить настолько, насколько это можно. На постсоветском пространстве вы помните события, связанные с предыдущим президентом Исламом Каримовым, как он выдвигал на ключевые должности своих дочерей, Гульнар и Лолу, соответственно. Буквально недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего сына мэром столичного Душанбе. Подобные же попытки были в Кыргызстане,